все знаем, как трудно детям с инвалидностью. Но как часто мы задумываемся, насколько тяжело их родителям. Ведь такие дети требуют внимания 24 часа в сутки, и у родителей просто не остается времени и сил на что-то другое. Социальная программа «Передышка» дает возможность на время доверить уход за ребенком профессиональной принимающей семье и решить неотложные дела или просто отдохнуть. Чтобы обратить внимание на проблему, мы разместили силуэт мамы за спиной значков «Инвалид». Сотни стикеров с просьбой о помощи появились более чем в 10 крупнейших торговых центрах Петербурга. Акция привлекла внимание городских СМИ и стала темой для обсуждения в интернет-сообществах с миллионной аудиторией. За 2 месяца акции суммы пожертвований, поступивших от частных лиц, хватило на 635 часов квалифицированной помощи. А каждый час передышки уменьшает риск того, что родители отдадут ребенка-инвалида в интернат. Ведь когда ты не один, можно справиться с любыми трудностями.